в России выражают глубокую обеспокоенность в связи с дальнейшей эскалацией обстановки на востоке Украины. В результате военной операции, которую проводят нынешние украинские власти, продолжают гибнуть люди. Регулярные обстрелы, в том числе с помощью авиации и артиллерии, городов и гражданских объектов, несут боль и страдания мирным гражданам. Среди пострадавших – пожилые люди и малолетние дети. Мы в очередной раз требуем от киевских властей остановить братоубийственную войну, начать реальный национальный диалог со всеми политическими силами и представителями регионов страны по поиску путей выхода Украины из глубочайшего кризиса. Считаем по-прежнему актуальными договоренности, которые были согласованы в Женевском заявлении 17 апреля и получившие развитие в дорожной карте швейцарского председательства ОБСЕ. Все положения указанных документов должны быть неукоснительно выполнены. Повторим еще раз. Международное сообщество ждет от Киева немедленного прекращения боевых действий на востоке страны и отвода войск. Без этого достичь мира на Украине невозможно. Вновь призываем наших западных партнеров использовать все свое влияние на Киев с тем, чтобы остановить скатывание Украины к национальной катастрофе.